В Черкесске состоялась научно-практическая конференция «Национальные исторические традиции. Источник общероссийского единства». В ней приняли участие представители власти, общественных организаций, ученые из Москвы, Санкт-Петербурга и из КФО. Альбина Ламкова продолжит тему. Научно-практическая конференция «Национальные исторические традиции. Источник общероссийского единства» проходит впервые в республике. В условиях пандемии пришлось ограничить круг участников для соблюдения условий, рекомендованных Санпином. Но все же ключевые фигуры как из нашей республики, так и из страны в целом присутствовали. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальности России Михаил Мишин сообщил, что состояние межнациональных отношений в стране в целом не критическое. Уже на протяжении нескольких лет подряд отмечаем, что состояние межнациональных отношений на территории Российской Федерации достаточно ровные, и негативное влияние на них все-таки оказывают внешние факторы. Вот даже те же события, которые в этом году произошли во Франции, в условиях Российской Федерации они практически невозможны, потому что наше общество достаточно развитое само по себе, оно привыкло жить в межнациональной гармонии. Ну и у нас достаточно развитая законодательная база. Ректор Карачаево-Черкесского университета имени Умара Алиева Таусултан Узденов отметил, что в рамках одного мероприятия все вопросы в данном направлении не решить. Очень важно, что эту тему постоянно обсуждают на площадке вуза, потому что научная рефлексия необходима для решения важных государственных задач и общественных проблем. Обеспечение единства общества является такой хрестоматийной темой политологии, что это функция любого государства. А в нашей Карачаево-Черкесии, в нашем пространстве появляются новые вызовы, новые испытания, и нужны непосредственно оперативное реагирование вот на такие вызовы. Тем более Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан, вообще Северный Кавказ – это вот такое поле, благодатное поле и для исследователей, и для того, чтобы говорить на эту тему. Спасибо огромное Федеральному агентству по делам национальности за доверие, что разрешили проводить его здесь, у нас. Конференция очень важная, интересная. Приехали ведущие ученые. Стоит отметить, что за последний год у нас нет ни одного конфликта и не предполагается. В итоге участниками конференции обозначены ключевые пути решения рассмотренных вопросов для обсуждения и реагирования на них уже на другой встрече. Альбина Ламкова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия.